Я иду встречаться с Володей Емцем. Сейчас я его поздравлю, обниму. Поздравлю с днем рождения. Леня! Нет, нет, не верю. По камеру работаем. Леня, не может быть. Леня, Леня, я Леня. Я на 5 минут только поздравить тебя. А ты дальше-то куда? В Нижний или куда? Нет, с тобой до утра. А, все. Программа составлена. Утверждена мною. 15 минут тронная речь. Товарищи, товарищи. Кто такой художник? Евгений Чкалов. Художник. Еще видеоряд. Это прежде всего человек. И ничего человеческое ему не чуждо. Товарищи. Ну нет, ну я все, больше я не буду. Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Очень и очень рад вас всех видеть. Но это не постановка, это на самом деле. Но перво-наперво от всей души хочу сказать спасибо за то, что вот вы признательны именно этому дню, 23 февраля. 23 февраля. Этот день настал, с чем вас я и поздравляю. Ну и чего защищать, и как, и когда, и в какой форме там и сейчас уже. Если немцы под Москвой, то все равно... Ну если немцы, то возьмем, да, вирус. В Москве. Немецкая делегация тут присутствует. Я догадалась. У нас есть несколько концертных номеров, кажется, есть. Вот. Мы бы хотели их вам показать. Разлукам старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут иные времена, мой друг, ты верь. Зато еду, дороги и трудны, но лучше без дорог. До конца идет дорога, но себе не убедим. Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит, есть, наверное, и друзья. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. В дорогу нет, в дороге окончание есть, зато и дом. Дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Клуб гитарной песни! Да здравствует праздник! Защитник Отечества! Ура, товарищи! Ура! Ура! Да здравствуют мужики России! Ура, товарищи! Давайте, чтобы им было чего защищать! И кого защищать? Ура! Ура! Да здравствует Емец как объединяющее звено! Ура! Ура! Да здравствует Емец как друг! Ура! Да, 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 да! Ура! Ура! Ой, Thank you.
такая фраза прозвучала у меня где-то там в интернете. За мужчин спасибо вам, что вы есть. Как бы мы узнали, что мы такие хорошие без вас. За вас. Да. Мужчины за вас. Спасибо. Спасибо за то, что ты так относишься к женщинам, что в твоем обществе всегда чувствуешь себя женщиной. Ой, Ира, спасибо. С 23 февраля. Желаем успехов в работе. Она подождет. И личной жизни. Женщины. Еще подарок покупать. В зале, я думаю, меня поддержат, что неплохо бы за здоровье мужчин. Мы это заслужили. Праздника. Ура, гуляем. Выпить рюмку другую водки. Пора прорваться. Итак, с праздником. Ура. Чудесных мест, друзья, не перечесть. Но в сердце каждого свой край любимый есть. На Черном море у Кавказских гор орленок лагерь свои крылья распростер. На Черном море у Кавказских гор орленок лагерь свои крылья распростер. Из разных мест мы съехались сюда. Здесь не бывает дня пустого без труда. Трудясь, мы учимся, нам не хватает дня. Мы верим в жизнь и создаем себя. Трудясь, мы учимся, нам не хватает дня. Мы верим в жизнь и создаем себя. А жизнь, друзья, на месте не стоит. Дальний восточный край к себе манит. Мы покидаем темный южный стан. Стан. Да, стан. Да, стан. Прощай, орленок. Здравствуй, океан. Еще есть такой вариант. Рукой недолго обнимаю женский стан. Прощай, орленок. Здравствуй, океан. Вожатской дружбы крепче в мире нет. И будет жить орленок в сердце много лет. Несет пусть радость, как луч солнца сквозь туман. Девиз Артек, орленок, океан. Несет пусть радость, как луч солнца сквозь туман. Девиз Артек, орленок, океан. Девиз Артек, орленок, океан.